ее нюхать. Как хочешь. Посмотрите, своих ребят сейчас отвезу в круиз. У них операция «Водка» называется. На всякий случай. Купили они две бутылки воды. Выливают, значит, их в кусты. Растут кустики. И большие. Купили бутылку водки. Купили бутылку Держи. Водки и хотят они все-таки провести. Потому что, конечно, на корабле очень дорого все. Ну и что, мы будем молиться за то, что их пропустят. Самое худшее, что может быть, это, конечно, у них отнимут эти две бутылки. Ну, а может быть, они скажут, у нас две бутылки воды. Вот когда они приедут из круиза, они нам расскажут, что произошло. Оказалось ли это водка внутри? Или все-таки осталось снаружи? Вот так, Маша, давай. Так вам надо это все, две бутылки, положить в одежду. Не надо в сумочке. В сумочке скажут, откройте, мы понюхаем. С Игорем у нас не сказали, мы ездили. Ну, а вдруг скажут. А здесь можно положить просто воду? Можно. Заверни во что-нибудь или положи в ботинки в какие-нибудь. А у нас нет ботинок. Мы провозили тоже как-то. Мы с Винсентом последний раз провезли и даже ничего не тронули. Не последний раз, а предпоследний. Последний на тот корабль, который мы ездили на большой, ничего никто не пропускал. А это оставим дома. Это и слишком сильно налила. Наоборот, она сама наливается сильно. Ладно, ты-то все знаешь. Вот сейчас отберут все. И все. Ладно. Открывай чемодан. Ну что, куда вы это все? Сейчас мы в чемодан упакуем. Тише, хоть чемодан, чемоданище. Единственное, что вам надо аккуратно с этим быть, потому что если они раздавят их как-нибудь, то они у вас поплывут. Вам надо в пакет их целлофановый положить. Где еще задний пакет? Зачем здесь? А у нас есть, знаешь, надо каждую бутылку отдельно положить. Я знаю, что. Где-ка у меня вот это еще одна штучка. Если одни одну вытащат. Зачем еще? Да нет, и в эту-то зачем? Тише. Саш, еще у нас выйдет. Куда ты столько водки? Я не буду всю. У вас все вытечет и все испортится, все вещи. От водки вещи не портятся. От водки вещи не портятся. Да выливай все уже. Половину или целую все равно отнимут. Не хватит. Ну да. Нет, если отнимут, то отнимут все. Половина там или нет. Поэтому наливай уже. Вдруг со свингерами познакомишься. Так водки нет, хватит всем. На, Винни, передашь, скажи. Презент. Винни. Он такую водку пьет. Не знаю, я говорю, что он пьет. Ну все, сейчас поедем. Мы у Пабликса сейчас. Водочка из стакана переливается обратно в бутылку, так как из стакана она вытекает. И решили мы не пить. Рады, что едете на круиз? Очень рады. Да с водочкой-то. Водочки для водочки и пивка для рывка. Да. Слушай, наш ты корабль. Сейчас они поедут, все эти тучи разгонят руками. Смотри, уже такой прям как на аэропорт. Да. Вот, подъезжаем. Наташа такая довольная сидит. Это вон Дисней, наверное, да, вот этот красный? Да, это Дисней. Там нарисован. А за ним, наверное, наш стоит. Или... Вон, что с сказать? Горками наш. Наш с горками, чувствую. Коронавируса нет. Нет, так с горками любой корабль сейчас. Нет, у нас вот раз. Нет, ну Дисней, это с горками. А он тут? Этот не Дисней, но горки есть. А что, вы неужели на горках будете кататься? Да, понятное дело. Будешь? Буду на горках кататься. Ой, Господи, туда-сюда будешь прыгать. Туда-сюда буду прыгать, бегать. Наташа пусть тебя снимет, как ты с горки-то без трусов выезжаешь.
Почему я без трусов? Потому что трусы-то слетят из-за горки. Я... Завязывай крепче их. Я не в стринг даже. Поменьше, да, будет? Нормально, господи. Отлично вообще. Дисней, ты такой здоровый. Саш, ты тебя правильно? Не, правильно он едет. Нихуя неправильно, нахуй. Вот здесь надо было завернуть. А, да. Вот ваши громилы. Прямо едем туда? Да. Пожелаем им хорошего путешествия, приятного. Нас не возьмет коронавирус. Не возьмет. У нас есть две маленькие штучки. У нас две штучки, как есть. Вот беленькие. Вот чеснок есть, и да. И в лифте не ездите, пешком ходите по лестнице. А то тетенька на вас кашляет. Уже битком забит. Да там уже играет баскетбол. Баскетбол играет. А вы все еще здесь. Бегом, бегом. Ой, Саша, посмотрите, а у нас идет аж по прыжку. Иду и улыбается у меня задница. Да. Это очередь, да, чтобы надо встать. Вот сюда. Да. Слушай, а вот там надо заполнить что-то, чтобы там не заполнять. Человек заполняет бумагу, где спрашивается, не имели ли вы контакта с корейцами, с китайцами, не летели ли вы через Гонконг и так далее. То есть нам тоже туда заполнять. Мне нельзя туда входить, так как я не еду. То есть вот я сейчас их помогу заполнить, и они уже пойдут. Да, обстановочка, конечно, немножко здесь другая. Раньше можно было в здание зайти провожающим, и они стояли вместе. Сейчас я только что спросила, мне сказали, нельзя. Поэтому я не могу даже в здание зайти. Только те, кто едут и плывут, и только тем, вот они сейчас пойдут здесь, и все. Опять большое все. Спасибо тебе за то, что опять нас. Все, надеюсь, что все будет хорошо. Побежали. Все будет здорово. Все, ребята, давай. Прощаем, но не надолго. Наташа, спасибо тебе. Прощай. Давай. Наташа, до встречи. Прощай. Да, да, да. Мы провожаем вас, но ненадолго. Ну да. Номер-то есть у вас? Всех проверяют эти бумажки, все показывают эти бумажки, девочки такие красивые. Я иду обратно на парковку на свою. Причем я припарковалась не в гараже, потому что сказали, если бы я припарковалась в гараже, мне надо было платить. Я припарковалась за гаражом. Дяденьки, вот видите, какие серьезные все стоят. Вот собачки у них, которые унюхают все, что не нужно брать с собой на борт. Я думаю, что сейчас, в данный момент, ветер дует, и вы меня, наверное, не слышите. Надеюсь, что слышите, но, наверное, нет. Даже очки забыла взять. Так и спереживалась. Ой, короче, вот сейчас ветра здесь нет. Я иду через гараж к своей машине. А что хочу сказать. Ребята поехали в первый раз одни. Потому что первый раз они ездили с нами, второй раз они ездили с Игорем. Сейчас они едут одни. Переживают, что что-то не поймут. Но, может быть, это будет им уроком. Учите английский язык. 10 раз были уже. И до сих пор ничего не знают по-английски. Так что, может быть, теперь будут учить. Там моя машина стоит. Все. Я прям бегу, потому что знаете, где припарковалась? Там, где employee. Спросила у мужичка, говорю, где мне припарковаться на 30 минут? Он говорит, паркуйся с моей машиной рядом. Мы пока парковались, подбежали 20 человек, наверное, сказали, вы здесь не можете парковаться. Мы говорим, нам здесь разрешили. Вот опять ветер.
Итак, продолжай. Нам, ко мне подбежало человек 20 и сказала: вы не можете здесь парковаться. Мы говорим, вот тот мужчина нам разрешил, он подбегал, говорил, пусть, пусть, потому что всего 30 минут. И, в общем, я бежала с ними и бежала от них. Надеюсь, что они мне не позвонят, но они сказали, что если вдруг что-то совсем мы не будем понимать, то попросим позвонить, и чтобы я перевела, что там говорят. Ну, думаю, не будет проблем. Для того, чтобы попасть на круиз, если вы с России приехали, если у вас виза, естественно, в Америку, то на круиз можно лететь, потому что... Потому что вот эти все Карибские острова, они... Также вы можете поехать туда, если у вас есть виза в Америку. Поэтому еду домой. Дома у нас много дел с Винсентом. Через 5 дней мы их будем встречать. А пока мы будем вам показывать, как мы живем с Винсентом и что мы делаем. Я не знаю, интересно вам или нет, но наша жизнь продолжается. И там пишут, твои видео стали неинтересными. Возможно, мы неинтересны. Поэтому, кому интересно с нами, кому неинтересно, до свидания. Даже не это. У меня такое лицо красное. Это я и сейчас на ветру была. Танечка у меня, вот видите, я и навестила ее, так как провожала своих друзей в... Куда я провожала? В круиз. В круиз. И заехала к Танечке. Угу. Наша подружечка, да? Любимая. Куколка. Такая куколка вообще. Поеду сейчас домой. Я вообще... Посмотри, какая красная Таня. Что это у меня такое? Да ничего. Сейчас ты просто на ветру была. Матрешка прям какая-то. Дорогие мои девочки и мальчики, как говорится, время спать, а мы не ели. Времени уже у нас 7:00, а я еще только выезжаю от Танечки. Танечка моя давняя знакомая. Она моя подписчица, и давно я ее знаю. И вот так как я оказалась близко к ней, то есть и провожала своих друзей, а Танечка живет, можно сказать, здесь же. Я ей позвонила, и она говорит: Наташа, приезжай. Я с удовольствием приехала, ее навестила. У нее подружка Леночка была, и мы очень хорошо посидели, поболтали, посмеялись. Ну, в общем-то, теперь я еду домой. Наконец-то. Все, опять же, до следующего видео с вами. Прощаюсь, потому что мне нужен GPS. И лицо у меня вообще уже осветилось солнцем. Ой, девочки и мальчики, все еще еду. А ехать мне где-то 1.5 часа, но уже подъезжаю к дому на самом деле. Получается, что я с самого утра выехала в 10 часов, и вот сейчас времени 7:30, а я все еще в дороге. Еду и думаю, конечно, немножко мне страшновато за наших, что они поехали в круиз. Винсент позвонил, говорит, вот там пугает по телевизору про этот вирус. Пугают, говорят, что многие круизы, которые приходят сейчас в порт, оставляют на карантин на 2-3 недели. Он говорит, ты не боишься, что когда они придут в порт, их задержат на 2-3 недели? Я говорю, я не знаю. Я не знаю. Я как бы сказала своим, говорю, я бы не поехала на самом деле, но как бы они уже сами решали. Поэтому давайте мы будем позитивными, чтобы у них все было хорошо, чтобы я их встретила в пятницу. Но немножко так, конечно, еду и думаю, переживаю. Вы думаете, я правильно переживаю или все-таки не надо переживать? Как вы думаете?